Ребята, всем привет! Ну вот и наступил. Ну вот и наступило окончание сезона. Сегодня уже конец февраля, 26 число, суббота. Так что сегодня идем, закрываем путик. И на этом все. Сегодня мы ночевать не будем. Закроем путики за 2 дня. То есть сегодня один путик, едем домой. И потом еще раз едем, закрываем второй. Не получается переночевать там. Так что сегодня с этим путиком, завтра или послезавтра с другим. Снег все сыпет и сыпет. Так, 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 так. Первый капканчик наживу. Будем убирать всю, дабы, чтобы потом медведь нам не поломал здесь ничего. Так что наживу лучше убирать в кулемок. Все, до следующего сезона. Это тебе не осенью. Все. Собака идти даже не может. Пошли. Закроем путик. И все. Будем готовиться к весне. Пошли. Иди вперед. Иди, иди. Давай, давай, чеши. По лыжне хоть твердо. Ты хоть не проваливаешься. Закроем. Так, вот след уже соболиный свежий. След сегодняшний, снег идет. Так что это уже на развод осталось. Вот снова след тоже соболиный. Тоже не такой уж и старый. Видимо, либо ночной, либо вчерашний. Так. Собака где-то впереди чешет. Идем потихоньку. Закрываемся. Оп. Готово. Следочек. Свежак. Пускай теперь уже разводится. Входим сюда. Тоже все отвязываем. Кидаем. Капкан. Закрываем. Пойдем дальше. У нас тут. Тут у нас. Ничего. Следующего сезона. Что-то интересно, собака куда-то ломанулась прям. Что-то куда-то полетел. Он прыжками аж. Не знаю, что он там увидел. Ой-ой-ой. Что такое там? Пойдем посмотрим. Фух.
Короче, не знаю, что он лаял. Вот он их поднял. Вот они поскакали. Вот. Все понятно, вот он. Коз поднял, ну вот. Точнее, козу одну. Идеально свежий след. А что он лаял? Неужели они стояли? Ну, козу по такому снегу собаки точно не взять. Так что пойдем мы дальше. Путик закрывать. Судя по лежанкам-то, как будто бы не одна коза. Вот она вот здесь лежала, вот идеально свежая лежанка, снег же идет. А, вот еще одна поднялась. Короче, понятно, все. Поднял козу. Поднял. Две или три козы было. И понесся за ними. И ничего, вернется. Я еще, блин, думаю, странно это. На путике ни следов, ничего. Чё залаял вообще? Я уж думал, может, берлогу какую нашел. Тявкает. Вон чё. Понятно. Ну ладно. Пойдем мы дальше. Путик закрывать. Собака сейчас набегается и вернется обратно. Не кувылькнуться бы. Вот отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вышли на свой след уже. Возвращаемся на путик. Так. И сюда. Собака так и лает. Или показалось? В общем, сейчас, наверное, будет носиться, пока полностью не выдохнется. Собака вязкая такая. Она. Будет сейчас полдня носиться за этими козами, пока не выдохнется. Потом прибежит, наверное. Да. Ну, вроде не глубоко. Лыжи главное не намочить. И все. И главное не булькнуться дальше. О! О, как бывает. Кто-то звонит еще. Самое время. Еще одна. Смотри-ка, больше ничего не попало. На этом все. Все, готово. Так, козы уже вон где ж пересекли лыжню. Здесь вышли две штуки, две козы, вот они. Вот они пошли, а собака где-то там осталась. Понятно же дело, что собака по такому снегу козе вообще даже близко не конкурент. Вот соболь подходил, потоптался, летяга вот висит. Не захотел ли тягу. Вот его следочки. Это этот же след, который я вот показывал. Вот. Подходил. Посмотрел. Не понравилась ему летяга. Дальше побежал. О, вернулся. Собака. Ну чё, не догнал? Ха, соболь. И так похудеешь, так бегать будешь. Ты засиделся уже на цепи-то. Речка. Будем пробовать. Ой,
Найти бы потом. Так. Пойдет. Пойдет. Нормально. Готово. Все, прошли мы этот путик, закрыли его полностью, так что этот путик нынче все, сезон свой отохотился. На путике ничего вообще не попало. Следочки вроде кое-где появлялись, были. Это осталось на развод, чтобы на следующий год был здесь какой-никакой соболь. Звонил, кстати, отец, связь там появилась в одном месте. А, говорит, там волки или рысь еще одну козу задавили. Надо будет посмотреть. Пойдем, сходим, сейчас глянем, где вообще что. Так что, главное, следов-то нету никаких. Вообще, я вот за весь путик прошел, ни волчьего следа не было, ни рыси следа не было. Вот только перебежки 4 соболиных видел и все. Так что сейчас идем в избушку, посмотрим, что там за коза. Кто ее задавил, в общем, покажу. Так, тут все топится. Подъехал, заехал. Галя. Ага. Полнейший. Нет. Что у нас такое? Все тает, ну конечно, нифига. Один лед. Это колбаса, тут на неделю нам этой колбасины. Пускай обжарится, бля. Поджарится, бля. Там вот туда вышел. Казалось. Ё-моё, все эти штаны. Ну что ты делаешь, ё-моё? Как я поеду? Это мы хоть как такси. Видим. Нормально. А майонез-то брали? Майонез? Mm. Да, она без майонеза вкусно. Тот ждет. Это ж не ждет, а? Не соболь. Дома будешь есть сама. Такие вещи мы сами съедим. Так, ладно, наелись, напились. Пойдем посмотрим, что там. Рысь наделала. В общем, пойдем посмотрим, что там. Отец говорит, рысь вроде задавила козу. Пойдем, хорош тут. Так. В общем, пойдем посмотрим. Так, отец примерно объяснил, куда идти. Ага, где-то вот здесь, значит. Где-то вот здесь он ходил. Пойдем посмотрим. Главное следов, вот они следы, вот они. Это сейчас посмотрим. Ну следы-то тут сейчас, если честно, даже не определишь. Следы совсем старые. Похоже, что рысь, потому что следы, потому что они проваленные. Волк валится до дна почти. А эти следы все верхом идут. Следов свежих вообще нету. Просто нету следов свежих. Это уйди отсюда. Соболь, не трогай. Следов свежих вообще нету. Я могу уже точно сказать, то, что эта рысь 100% сытая.
И 100% это уже не ее, ни одна коза задавленная. Она просто задавила, что-то мал-мал так поела и бросила, и больше даже не приходила. Там была коза задавленная, здесь вообще возле избушки, недалеко от избушки, буквально здесь метров 300 тоже задавлено. Да главное, козу-то они вот, что тогда волки задавили, не съели. Ладно, там свежие следы были, может, я просто помешал. А здесь вот рысь задавила, она тоже ее, ну, видно то, что она ее толком не ела. Потому что все ребра целые, это уже 100%, это просто-напросто вороны выклевали. Потому что рысь, она так есть не будет, она всяко ребра перекусит. И ноги вон, ляжки все здесь, это просто-напросто вороны уже доедают. Вторая коза буквально за один месяц. Вот я, лично я вот нахожу вторую козу уже задавленную. Это прямо на путике, прямо на тропе, не сворачивая с тропы. Тут специально перевернул посмотреть. Ну, в общем, даже все ляжки были на месте, вот они. Все ноги. Одна нога, вторая нога, третья. И вот четвертая. Это говорит о том, что вообще даже ни одну ляжку рысь не оторвала и не съела. Просто-напросто задавила и бросила. Она вообще ее даже не ела. Так, видимо, покусала мал-мал. Задавила и бросила. Вот есть следы ее. Вот они, следы. Следы старые. Следы старые. Все засыпанные снегом. Ну, в общем, все понятно с этим моментом. Все, возвращаемся. Пойдем. Нам сегодня еще ехать. Но... Как настоящие. Все. Сейчас до следующего сезона. Приедем сейчас только осенью. Может, летом. Сюда. Он свое место знает. Лезай, говорю. Слезай, не лыжа надо положить, бабеса. Куда ты залез, а? Ну правильно, что, знаешь, что, дурак, что по такому снегу бежать. Ты офигел, иди беги, бегай, нах. Куда ты лезешь, нах? И ты для меня пойдем на мою куртку, нах, нах. Можно. Так. Заводите. Щаточки. Самодарное.